Привет, ребята. Эй, новая приставка. 6000 плюс игр. Заказали валики за двадцаточку. Вот у нас тут характеристики, разные эмуляторы. Вот, батарейка 800 мАч, 5-вольтовый. Ну, в принципе, 2 часа с места должна приставка работать. Так, в комплекте идет Type-C зарядка. Ну, то есть, заряжается Type-C. Уже даже что-то новое. Вот такая приставочка мы видим, кнопочки. Сзади тоже есть две. Динамик и сам аккумулятор. Надо раскрутить, посмотреть будет, как он выглядит. Ну, пальчики, мало на каких телевизоров они еще остались. Но есть опция. Не самый длинный, конечно. Вот такая батарейка. Даже высовывается, наверное, так. А вот батарейка. Просто батарейка, типа аккумулятор. Так что такое вот чудо техники. Тут внутри у нас. Тут у нас есть Nintendo обычный, то есть Dendy, PC Engine, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, самый первый Game Boy Color, Game Boy Advanced. Тут мы видим, там где скачиваем игры, можем закачать. Если чего-то, например, нет, потом отмечаем Favorites, History, то, что играли. Можем найти игры. Вот, например, Chip and Dale. Так. Ищи нам. О, видите, сразу находит чипиков и деликов. Вот. Система. Тут, видите, языки. Их немного, но есть русский. И также можем переключить с этого системы PAL или TSC. Так, ну и все, и там начинается все сначала. Ну что, попробуем. Дэндивские. Махачи-какачи. Выходить, вот, нажимаем на эти две. Видите, можно обратно загрузить, как говорится, сохранить. И кнопочки можем тоже поменять, если надо. Это PC Engine. Следующий эмулятор. Так, это у нас Super Nintendo. Читас. Sega Mega Drive. Вот. В детстве был крутая игрушка. Это геймбой у нас. Черно-белый геймбой. Такой, не знаю. В детстве, наверное, если был бы такой, было бы классно. Но сейчас, когда все цветные есть, ну, так себе опция. Геймбой Color. Баффи. Ну и это Game Boy Advanced. Хм,
Не особо понял, что тут надо делать. Double Dragon тоже на Advanced. То есть задние кнопки тоже какие-то функции имеют при драчках и все это. Так что, ребята, в принципе, вот такая приставочка. Можем, да, еще с Wiki сохранить игры. То есть можно играть дополнительно еще что-нибудь. Так что вот за такие деньги, что, прикольная приставочка. С собой бери. Если у вас еще есть пальчиковый, как говорится, телевизор, где пальчики можно подсоединить, можно еще и так поиграть на большом экране. Только подлиннее провод, конечно, надо покупить. Вот такая приставка. Неплохая. Звук громкий. Разноцветная. Все, как говорится, все работает. Все работает. Вот. Так что, есть вопросы по этой приставке, пишем. Всем пока.